В воскресенье староскольцы вместе со всей страной отметят День военно-морского флота России. Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 на набережной реки Оскол в центре города. Администрация округа предупреждает, что в связи с их проведением 30 июля с 8 утра и до часу дня будет ограничено движение от дома номер 5 до дома номер 6 квартала Старой Мельницы и от дома номер 7 до набережной.